Славянске почтили память героя Украины Владимира Рыбака. В 2014 году Владимир Рыбак в здании Славянской СБУ был жестоко убит террористами ДНР за свою проукраинскую позицию. Каждый год жители города приносят цветы к мемориальной доске в память о погибшем патриоте. 500 тысяч гривен дополнительно было выделено на ямочный ремонт дорог 5 улиц. Дополнительные деньги распределят на ремонт дорог по улицам Торской, Светлодарской, Барвенковской, Голубовской и Торговой. В Украину вернулась холодная погода с дождями и мокрым снегом, в Славянске также похолодало. Школы отправились на вынужденные каникулы, которые продлятся до 26 апреля. В Донбасском государственном педагогическом университете прошла встреча военнослужащих ВСУ со студентами и преподавателями университета. Во время встречи говорили о значении гибридной войны на Донбассе, формировании национальной идеи и патриотизме. Славянцы начали активно оформлять биометрические загранпаспорта. Представители Государственной миграционной службы рассказали, что после введения безвизового режима со странами ЕС количество желающих получить загранпаспорт возросло. Больше новостей читайте на городском портале 6262. Будьте в курсе самых интересных событий.